Привет, друзья! Я хочу показать, как мы приехали вот с моря и как нас встречает кактус. Вот такая вот красота. Кактус цветет раз в год, а бывает и раз в два года. Ну, в общем, это нас прям он так красиво. И двумя, нас никогда он не выпускал вот такие вот стрелы. Две. Он всегда одну выпускал. И то раз в год, раз в два года, раз в три года. В этот раз мы приехали, вот прям только зашли, наши чемоданы, он там в коридоре еще. Вот такую красоту. Вот на балконе. Вот такая вот красота. Мы прям в шоке с Настей были. Ну, здесь у нас разные такие другие цветочки. Ну, ничего, они не цветут, они просто так растут. Вот. Ну, вот это, конечно, прям... как лилии, вот такие внутри вот тычиночки там вот. Вот такая вот стрела. Но он один день, завтра он уже завянет. Вот, да, он только цветет вот это раз в год, раз в два, раз, ну, может, даже раз в три года. Он цветет только один раз, вот, потом и один день. Поэтому нам повезло. Вот такая вот красота. И мы решили это все вам показать. Вот обычный кактус, вот он, вот такой. Вот он не цветет сейчас ничего, он просто вот такой вот. Ну, тут маленькие кактусики вот в нем растут. Вот появился еще один кактус. Вот, вот там кактус в углу стоит. Вот это такой же самый. Вот там в углу стоит. Ну, это махенький, я это помню, как я его сажала. Да. Вот эти два кактуса вместе росли всю жизнь. Ну, этот уже прям зацвел. Красота. Все. Вот так вот такую красоту мы хотели вам показать. Как ромашки прям такие.